Последний на сегодня вопрос. Евгений Николаевич всегда проницателен и дальновиден. Каково его мнение о действиях России в скором времени... В скором времени близ территории Украины. Концентрация войск у границ Украины растет. Это лично... Я, по-моему, минут сколько? Давай посчитаем, сколько минут назад я... Совсем недавно. Вот совсем недавно. Ничего. Да. Обрати внимание, вот это... амнезия, может быть, последствия, что коронавирус, китайский вирус, он влияет на, убивает на нервную систему, потом люди идиоты становятся, хотя и были до этого. Мне вот, я уже просто не знаю, я уже слово концентрация войск, да, слышу и пойми, что даже если это произойдет, я уже не могу, уже пусть произойдет, потому что я уже не могу. Вы понимаете, я не могу эти слова слышать. Я до 14 года вообще не знал слова Крым вообще. Ну, я знал, что Крымская война, как историческая, да? Так. Я знал, что там, горы, медведь, понимаешь? Я помню, в три года был, но я помню, что мне в три года эти советские, как это сказать, санатории, я не мог там есть, и дедушка с бабушкой покупали по блату, естественно. Что дед большой человек, копченую колбасу я ел в номере, а когда приносили еду, значит, в этом самом роскошном советском, значит, блатном отеле, я не мог по запаху, и я не ел ничего, и на меня с ненавистью, у меня 3 года, я все помню, смотрели эти, которые тетки дикие, тетки носили вот эту еду, что я ничего не ем, да, пренебрежительно. А я ел только в номере. Что да, еду по блату, значит, эти копченые колбасы приносили, консервы, какие-то фрукты, все доставляли, военные машины и так. Все это мне было 3 года, я помню. Да? И поэтому после этого я ездил только в западную цивилизацию, где море горе, то есть Ницца-Соренто. Но поскольку Ницца оккупирован тем, что ты просил не называть вслух, да, оккупирован, значит, вот этой гадостью, то Соренто еще более-менее чистое, оно подороже, но вот Соренто для меня. Понимаете? А так, я почему я должен это все слышать? Почему я это... Я никогда об этом даже не думал. Ну вот как-то я же все это перелетал всегда, понимаете? Вот как-то вот. Да? Я знаю, у меня ведь как? Вот Шереметьево, и Соренто, значит, то есть вот там в Неаполе садимся, сразу есть уже прямые, в Неаполе садимся, или в Ницце там замечательно, сразу в Ниццу ты прилетаешь, а в Неаполе, и потом, ну, если там пробка, не пробка, от 40 до 1,5 часов на машине потрясающие виды, ты в Соренто, и все, да, вот я так, а то, что между этим, ну, вот я не все знаю, я под Москвой дальше Бородина, и дальше ничего не знаю, и знать не хочу. Вот. Я помню, есть ролики, посмотрите, есть ролики, где я, когда ехал в Бородино, остановился в Можайске перекусить, зашел в ресторан в Можайске, посмотри, население Можайска 30 тысяч человек, по-моему, а ролик посмотрел больше миллиона. Посмотри ролик, вот я в можайском ресторане, и потом поймите, почему я... А Украина — это еще дальше Можайск, по-моему, да? То есть, значит, как это вот... Есть карта, есть в книжке, подожди. Значит, сейчас... Как в этом помнишь, фильм «Безумный мир», там сажают самолет, да, и, так. Значит, старый пилот пытается вспомнить, как он сажает, да, да. Это, значит, карта, где-то Индия, Китай, Москва, значит, Москва, 124 километра, Бородино, это я помню прекрасно, между ними Можайск, а потом после Бородино, потом дальше Смоленская дорога, Смоленск, это я описывал в книге, а, ой, это Украина, это вообще далеко, это сюда, вот, Украина, это сюда. А я лечу вот, значит, так, вот так, так, Вена, мы пролетаем. Это туда, это Италия вообще туда. Нет, поэтому я здесь не знаю ничего. И, вот я тебе описал. И поскольку они меня не послушали, сказали, как надо жить. Они бы жили сейчас, к ним бы Крым, Донбасс или что там, я не знаю, что они побежали. К ним бы Крым и Донбасс в Украину побежал бы просто пешком. Ночью вообще, вот они бы без чемодана, если бы Украина жила по моим реформам, что я предложил, они были богаты и богаче, чем в России, пенсии больше, и туда бы этот Крым пешком побежал бы, да, вот все, там же это не надо говорить, ой, какие там национальные чувства, это не надо рассказывать сказок, да, вот, но поскольку в Украине занимались дурью все эти годы, меня не послушали ни на йоту, я смог спасти несколько приличных людей, которые занимались своей жизнью во время этой дури. Или переехали в Россию, или в Европу. Их я смог спасти. А у остальных, ну что, я отвечаю только за тех, кто меня слушается. Да? Вот. А сейчас ясно, что какой-то клинч вошел, и этот, и тут проблемы, надо опять отвлекать внешней политики. Ясно, что что-то может быть, но если я 4 года... или сколько, ну, 3-4 года думал и советовал, меня не послушали абсолютно ни в чем.
и я, получается, зазря это делал, я просто уже в обиде, мне уже тебе плевать. Пусть теперь Путин с Меркель делают, что хотят. Пусть теперь Путин это, чтобы там какие-то выгодить, поставить условия Меркель или кому, это я уже не знаю, мне тоже плевать на это, что у меня коллекция фарфора 18 века, вот что меня интересует. Если вы меня не послушали, если бы вы меня послушались, я бы сейчас продолжал бы советовать, переживать, помогать. Но мои бы переживания и советы не нужны были бы сейчас вам, если бы вы меня послушались тогда. О, вот так, понял? Да, да. Все поняли.